Здравствуйте, Евгений. Подскажите, Туя Восточная книжка меняет цвет зимой? Спасибо заранее, ваш подписчик. Да, меняет. Меняет цвет зимой. Она становится коричневая. Ну, внутри она зеленая, сверху это происходит от солнца и от солнца в мороз и от ветра в мороз. Но дело в том, что она потом отходит. Она у меня вообще очень бурого цвета такая была. К апрелю, конечно, вся восстанавливается, очень такая темно-зеленая становится, но суть не в этом. Если запомните главное правило, это если туя у вас не ломается, не опадает, то если вы подошли, хвою спокойно гнете, то значит она живая. Не переживайте, она отойдет и будет темно-зеленого цвета. И чем старше растение, тем вам вы увидите, что она меньше, извиняюсь, меньше меняет цвет.